чтобы найти это. Так, мы прилетели. Новый отстроенный аэропорт находится рядом со старым. Стелили бы такие дорожки. Мы выкурили первую сигарету в смокинг эре. Что я вам скажу? Это волшебно. Лучше 7-Eleven. Внутри аэропорт выглядит так же, как и старый вообще. Никакой разницы совершенно. Снаружи отгрохали вот такие штуки. Сок покатался. Ищем такси. Пляж. С морем. Здесь все застроили, совсем по-другому стало. Очень плотно. Травка выросла, не было. Класс. А вот и отельчик с ресепшеном. Снова разрешили лежанки, шезлонги. Зато курить теперь нельзя. Куча народу, сезон. Обязательно нужно раздеться. Массажный салон тут же сразу. You are baby too. I hope I lose my baby. Okay. Good time. You care. Bye. Alex. Yes. Alex, I contact in Facebook. Go to stop at your room. Finish your room. Mm. Lovely. Beautiful. Thank you. Beautiful, man. him come for next year. Ah, yes. Already booked for next year. Yes, and pay 8,000 for deposit. Mm. And it's now for you. And do you take cards now? Yes. Good. Right? Oh yeah. What do you want? Ma stop. Ja. Alex ma check in you. ใช่ๆ มาแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้กุญแจไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหมวกเข้าไปดูในห้องด้วยนะเปิดแอร์ด้วยนะเปิดแอร์ให้แล้วจ้ะ Тетки шапки. На Новый год можно такие понакупить, понараздарить. Что, мы потеряли свой дом? Нет, мне раньше казалось, она ближе. А ты можешь быстрее идти? А куда мы торопимся? В дом. Я снимаю шляпки. Дедушки отдыхают в кулинке. Мы здесь были год назад. Да? Два? Нет, не два, полтора. Идет, наверное, полтора. В этой кафешке мы кушали. А вот и наш домик. Первый номер занят. Жалко, наш любимый. Пойдем во вторую комнату. Ух ты, новый забор. Новый вход. How are you? New road. This one is my best. You can walk
так, как снять деньги с карточки в Таиланде. Пожалуйста, раз, два, три. Я не помню, какой банкомат. Он вообще работает? С какого банкомата я снимал? Ничего не вижу. Видите пин-код. Давай, что делать надо? Выбираем English. Это что такое? Указываем сумму, нажимаем снять. Окей. Коррект. 30 нельзя, можно 20, да? Находите банкомат, нажимаете на все подряд, получаете денежки. Ну, в салон массажный. Наверное, нас никто не помнит уже. Hello. Good eye. Не кунь-кунь мне? Да. Окей, okay. Inside car. Okay. А ты что будешь? Фут-массаж. Фут-массаж. Этой мазью, которую мазали тебе ноги. У меня теперь все горит. У меня после самолета раздуло ноги. Сейчас мне их так хорошо размяли, они у меня сузились сразу. Мне спину размяли очень хорошо. И мне тоже хорошо спину размяли. А сколько получилось по стоимости? 700. Ну, так ничего не подняли, столько и стоило. Не важно. На фрукты. Тайские голуби отличаются от российских. Ящерка кого-то сожрала. Нехилый размерчик. Динозавр. Что я не вижу.
Я все еще здесь. Жаба.